Петр Захаров. Солдатки. Посвящается сокуровским вдовам Отечественной войны. Сокуровские женщины, вдовы-солдатки, сколь горе пришлось в лихолетье хлебнуть. За тысячи верст, где шли жаркие схватки, в фашистские очи безмолвно взглянуть. К сердцу прижать злую весть похоронку на брата, на мужа, на сына, отца, и ужас узнать, что в далекой сторонке погиб или пропал неизвестно куда. О, страшное время! Тогда вечерами, глядя в родные на фото черты, вы горе свое заливали слезами, идя в безысходность сломавшей судьбы. А дети вам спать по ночам не давали, просили все хлебушек с коркой ржаной, и где-то картофельку вы доставали, украдкою спрятав голодной самой. Последние чуни на трех одевали, поочередно хозяйство ведя, и умудрялись тогда вечерами шить и вязать на детей, на себя. А надо еще трудодень заработать на поле, на ферме, на знойном лугу, чтоб фронту дать мяса и шерсти, сколь можно, в подводах свести овощей и муку. Ну а зимою в великую стужу, часто по пояс в глубоком снегу, лес вывозили на санках наружу с озер и болот для построек селу. А кто-то с замерзшими в холод руками киркою долбил камни, землю и лед, от нечисти темной вдали сооружая казанский военный защитный обвод. О, сколько тяжести, горя, страданий вынести вам в сокурах довелось! Я бы, поверьте, своими руками вам памятник выстроил, если бы мог. Спасибо вам, матери, труд ваш огромный, нам не забыть уж теперь никогда. Для нас вы остались примером суровым. Честь вам и слава на все времена!